Пластик и экология. Что вреднее, полиэтиленовый пакет или бумажный? Вы пакетик бросите это внукам. Баночку пластиковую, то это уже 400-700 лет. В Тихом океане плавает остров из пластикового мусора размером со штат Техас. Почему ряд экспертов считает, что это хорошо? У меня пропало вот это чувство экологической вины. Кто наживается на пластике? Экологи или нефтяные магнаты? Если бы не было потребления, если бы не было спроса, не было бы и производства. Торговать пакетами выгоднее, чем айфонами или автомобилем BMW. Мы воспринимали пластиковый пакет как достижение. Полный отказ от пластика. Чем это навредит планете? Это очень хороший материал. Заменить его сейчас вообще нечем. Как пластик стал частью организма каждого человека на Земле? Мы его породили, мы этот пластик и начали есть. Сегодня мы расскажем, почему когда-то пластик считался спасителем экологии, из-за чего он вдруг превратился в ее убийцу, существует ли пластиковый заговор и возможна ли жизнь современного человека без пластика.